Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас очень интересный видеоролик на тему бьюти-гаджеты. Тема действительно очень интересная и достаточно важная и актуальная, потому что так или иначе, тот, кто хочет выглядеть молодо, прибегает к процедурам, которые связаны с бьюти-гаджетами. Кто-то ходит к косметологам, но уже, мне кажется, 90% девушек покупают приборы самостоятельно и делают эти процедуры на дому, потому что гаджеты сейчас настолько многофункциональные, настолько действенные, настолько интересные, что поход к косметологу, ну, он уже не обязателен. То есть можно все это делать на дому. Гаджетов сейчас таких великое множество, и сегодня мы с вами рассмотрим наиболее популярные три из них, три бренда и три гаджета, которые обладают схожими функциями, схожим функционалом, набором действий, но тем не менее у них есть существенные различия, и мы разберем сейчас с вами все плюсы и минусы каждого прибора. Три бьюти-гаджета. Первый от бренда Olsery. Второй у нас с вами от Missman. Вот такой вот приборчик. Я вам все обязательно покажу поближе и продемонстрирую, и расскажу. И третий прибор от Rediskin. Итак, поехали. Первый наш гаджет от бренда Olsery, он называется Splendo, вот эта моделька, приходит в очень симпатичной розовой коробочке. Вот так все это дело выглядит. Есть тряпочка для того, чтобы ухаживать за аппаратом, есть чехол для того, чтобы его хранить, и есть зарядное устройство. Вот так оно выглядит. Вот такой вот здесь вход. И вот, собственно говоря, сам аппарат. Что не понравилось, девчонки, что нет самого зарядника. То есть нам приходится его искать, брать либо от телефона, там, либо от чего-то. То есть самого блока питания нет, есть только провод. Вот это я считаю минус. Сам аппарат выглядит вот так. Очень симпатичный и легкий. В руке держать удобно, но единственный еще момент, может проскальзывать. Потому что никакой вот ребристой поверхности, по бокам ничего нет. Все достаточно скользкое. А так очень легенький, очень симпатичный. На что же способен, собственно говоря, этот аппарат? Ну, во-первых, это электростимуляция плюс LED-терапия. Это синяя подсветка. Здесь используются специальные импульсные токи для лицевых зон. Есть три уровня мощности для комфортных процедур. То есть вы выбираете для себя именно тот режим, который вам подходит, который вам комфортен. Также здесь есть процедуры EMS. Они воздействуют на глубокие слои кожи. Радиочастотный лифтинг, который тоже очень люблю, плюс LED-терапия красная, это внутренний нагрев. То есть это красный режим, который идет параллельно с нагреванием поверхности самого аппарата. Всего режимов здесь 6. И еще один интересный режим – это волновой импульсный ток плюс LED-терапия. Здесь параллельно идет красное и синее свечение. И этот режим можно использовать совместно с уходовой косметикой. То есть нанесли вы сыворотку или крем и включаете этот режим, проходитесь по всей поверхности лица по массажным линиям. И следующий интересный режим, который есть в этом аппарате – это экспресс-охлаждение плюс LED-терапия синим цветом. Температура рабочей поверхности аппарата понижается до 7 градусов Цельсия, то есть достаточно холодная. Используется после различных агрессивных процедур. Можно применять утром и вечером ежедневно для того, чтобы согнать отеки. Допустим, у вас часто по утрам отекают глазки. Вот здесь как раз мы применяем охлаждающий режим и синюю LED-терапию. Отеки быстро сходят с лица, и выглядите вы более свеженькой. А теперь давайте посмотрим, как работают эти режимы. Длительным нажатием мы включаем наш аппарат, и по умолчанию первым у нас с вами включается EMS режим с синей подсветкой. Теперь поговорим про плюсы и минусы этого аппарата. Ну, во-первых, здесь 4 режима, то есть функционал лично для меня недостаточный. 4 режима, совершенно нет вибраций. Я люблю, когда вибрация присутствует, я вижу от таких комби-режимов более значительный эффект на своем лице. Да? Здесь у нас есть 5 процедур, это, конечно же, плюс. Дизайн стильный, аппарат достаточно легкий, удобный, но, опять же, рассказываю про скольжение. Вот у меня он, так как он здесь даже, ну, головка как бы не выступает, да, он все время вот из рук у меня норовит выскользнуть. Гарантия от производителя год. Минус еще один для меня, что нет адаптера, есть только провод. Это неудобно для меня постоянно искать какой-то адаптер. Еще один такой существенный минус – это цена. То есть он в несколько раз дороже своих, не то что даже аналогов, а похожих аппаратов. В данный момент на Озоне его можно купить за 12 с небольшим тысяч. Вот так. Следующий аппарат – это микротоковый массажер для лица от Missman RF с лифтинг-функциями EMS и LED-терапии, а также ионизацией. Приходит он вот в такой вот интересной коробочке, достаточно большой.
но красивый. И что у нас с вами входит в комплектацию? Во-первых, зарядное устройство. Здесь есть уже блок питания, он достаточно интересный. Тут такой поворотный механизм. Есть кнопочка, он еще вот так дополнительно собирается. Не знаю почему, не знаю зачем мы должны его собирать, почему нельзя было сделать изначально, чтобы он был в собранном виде, не знаю. Зарядка вот такого вот тоже плана. В комплекте у нас есть салфеточки по уходу за кожей, то есть тут еще есть очищение, руководство пользования, кольцо для того, чтобы эти салфеточки держать, достаточно тяжелое, и вот такой красивый бархатный мешочек для хранения переноски аппарата. Здесь уже все больше, вы заметили, все больше, все габаритнее, вот это я считаю минусом. Вот она сама зарядная станция, девчонки, и она жутко тяжелая. Я не знаю, сколько она весит, килограмм, но это жутко тяжелая конструкция. Как у нас все это с вами выглядит? То есть мы подключаем зарядную станцию к сети, и вот таким образом мы заряжаем аппарат. Он примагничивается, магнитная зарядка, и вот так все это дело выглядит. На мой взгляд, вот это вот громоздко. Это громоздко, тяжело и неудобно. У меня вот так ребенок подойдет, конструкция шатается, она смахнет это все дело, и аппарат разобьется, они все-таки стоят денег, да, поэтому... Вот это я считаю минус. На данный момент этот аппарат на Озоне стоит почти 9000. Она такая ощутимая, да, внушительная цена. Он достаточно многофункциональный и считается косметическим, косметологическим прибором. Что у него здесь есть? Включается он у нас с вами нажатием на кнопку «Мод». У нас загорается LED-экран, что тоже достаточно удобно, что он есть вообще в принципе LED-экран. И по умолчанию начинается функция очистки. Вот он вибрирует. То есть мы на экране можем с вами видеть режим. Это достаточно удобно, этого не было у предыдущего аппарата. И кнопочкой Power мы с вами выбираем режим. Режимов здесь несколько. То есть первый у нас с вами был очищение. Вот он, клин. Для него мы используем как раз-таки салфетки. Когда они кончатся, можно использовать ватные диски и кольцо. То есть мы кладем сюда салфеточку, сверху магнитным кольцом вот так вот фиксируем ее и проходимся по лицу, очищаем, используя свои обычные очищающие уходовые средства. Следующий режим, кратким нажатием на кнопочку включения, меняется он, это импорт. Импорт и он. Здесь у нас с вами электрический импульс. Третий режим, для ухода за областью вокруг глаз. Он называется Eye Care. Следующий режим, четвертый. Нажимаем EMS Up. Что это? Это укрепление. Здесь у нас с вами идет электрическая стимуляция мышц. То есть просто никакой подсветки нет, ничего, просто электрическая стимуляция, опять в зависимости от выбранного вами режима. Следующий режим – это RF LED-терапия. Здесь у нас уже идет подсветка красным излучением. Вот так выглядит этот режим. И последний, шестой режим – это режим охлаждения. У нас написано «Cool» и нарисована снежинка. А сама подсветка идет синим цветом. Ну и теперь поговорим о плюсах и минусах этого гаджета. Плюс, конечно, что здесь есть 6 режимов. Также 6 процедур и 5 уровней мощности. Это плюс, потому что у каждого своя чувствительность. Кто-то на микротоке реагирует сильно, кто-то слабо. Здесь можно выбрать комфортный режим. Это, конечно же, плюс. То, что есть дисплей, показывает уровень заряда, это огромный плюс. То, что аппарат сертифицирован и у него есть гарантия от производителя на год, это тоже огромный плюс. Минусы, которые я отметила для себя. Первый я вам уже озвучила, это громоздкость и большой вес. Сам аппарат, ну, он тяжелее, чем два остальных тоже. И вот эта вот зарядка, которая, ну, не очень. Хотя и здесь есть противоскользящие ножки, но она все равно как-то стоит. Вот можно смахнуть, и вот этим вот делом вообще можно убиться и получить травму. Громоздкость. Мне это не понравилось. Еще не понравилось то, что процедуры однообразные. Потому что есть аппараты, у которых совмещен, допустим, массаж вибрационный, плюс LED-терапия, плюс микротоки. Здесь они режимов-то, да, 6, но они, знаете, вот какие-то бедненькие. Для меня это минус. А так все хорошо. И цена. Цена этого аппарата на данный момент почти 9000, то есть это достаточно такая крупная сумма для такого функционала. Ну, вот это мое мнение. Едем дальше. Следующий аппарат, это у нас с вами бренд Ready Skin Neo Skin. Ультразвуковой аппарат для ухода за кожей лица. На данный момент на Озоне его можно приобрести за 6500 по карте озоновской. Очень-очень приятная цена. Сразу хочу сказать, что к бренду Ready Skin я отношусь очень положительно. Не первый год пользуюсь их аппаратами. Соотношение цены, качества и функционала, на мой взгляд, просто идеальное. Что же у нас здесь с вами в комплектации? Коробочка выглядит вот таким
образом. Все необходимое лежало внутри, то есть достаточно компактно, что я очень люблю. Сам аппарат тоже легенький. Здесь есть колечко также для очищения, подарочек, гель, зарядное устройство с блоком питания. И никаких тебе больше наворотов. Воткнул аппарат, зарядил, все прекрасно, все замечательно. А что оценила еще и что понравится тем, кто использует аппараты впервые, у нас здесь с вами прям подсказочка. Прям подсказочка, чтобы мы не запутались и не возвращались к подробной инструкции. Кстати, инструкция очень подробная, самая понятная у Ready Skin. То есть все у нас здесь с вами. Зажмите для включения, для выключения. Короткое нажатие, регулировка мощности. Короткое нажатие кнопочки мода для смены режима. Удобно? Конечно же, удобно. Товар тоже полностью сертифицирован, это тоже подкупает. У него гарантия от производителя тоже 1 год. Давайте разбираться. Что же мы можем сделать при помощи этого аппарата? Ну, во-первых, функция, здесь 6 режимов, 6 процедур мы можем с помощью него выполнить. Это ионное очищение, питание и увлажнение, LED-терапия, лифтинг, тонизирующий вибромассаж и успокаивающий вибромассаж. Сейчас мы с вами включим функцию ионного очищения. Смотрите, у нас здесь все буковки, у нас экранчик тоже есть, и на нем расположены буковки, а расшифровка у нас ниже, то есть тоже достаточно удобно, вот ничего лишнего, да? Нам нужен режим С, очищение, с помощью кнопочки мода мы его выбираем. Все, вот он у нас. Здесь мы также можем взять салфеточку и зафиксировать ее кольцом. Салфеточку, ватный диск, то, чем вам привычнее очищать лицо. При контакте с кожей аппарат начинает вибрировать. Очень приятная вибрация, которую на лице ощущать одно удовольствие. Слышите? Убираем, не вибрирует. Потрясающая функция, я считаю. Под воздействием вибрации, гальванического тока и прогрева, то есть поверхность такая, она тепленькая. Тепленькая, но достаточно приятная. Загрязнения размягчаются и выводятся из пор. В результате мы получаем наичистейшую просто кожу без черных точек и воспалений. Следующий режим – питание и увлажнение. Это у нас буковка N. Для чего он нужен? Здесь у нас с вами, смотрите, просто вибрация, а вибрация с ультразвуком при соприкосновении, опять же, только с кожей, не на постоянной основе, да? Гальванический ток, прогрев здесь тоже есть, и все это улучшает проникновение косметических средств в кожу. Результат – здоровая сияющая кожа. То есть мы, опять же, нанесли какую-то масочку, какие-то свои кремушки и сыворотки, все свои уходовые любимые средства. И дальше прорабатываем на режиме питания. Здесь у нас гораздо уменьшается расход наших средств, потому что нужно совсем немного для того, чтобы был заметен эффект с такой вот процедурой. И действовать они начинают в разы эффективнее. Следующий режим – это LED-терапия. Переключаемся на него. Он у нас с вами помечен буковкой П. Вот он. Здесь уже при соприкосновении с кожей мы видим, слышим вибрацию и видим подсветку попеременно, синюю и красную. Зачем это нужно? Красный свет – это я вам показываю, вот как она мигает, да, в процессе, чтобы непрерывно был контакт с кожей. Красный свет стимулирует синтез эластина и коллагена и активирует процессы на клеточном уровне. Это очень важно. А синий свет оказывает успокаивающее и защитное действие на нашу кожу. Тоже очень здорово применять после различных косметических агрессивных процедур. И здесь у нас с вами получается вот эта вот функция LED-терапии, она как бы комбо. У нас и красное, и синее свечение. То есть функция у аппарата уже гораздо интереснее, чем у двух предыдущих. Результат, какой мы с вами получаем, более эластичное и нежное кожа в результате одновременного воздействия и вибромассажа, и двух режимов LED-терапии. Следующая функция – тонизирующий вибромассаж. Он у нас с вами помечен буковкой М. Переходим на этот режим. И что здесь мы видим? Одновременное воздействие вибромассажа, прогрева и красного света. То есть поверхность аппарата нагревается, она уже достаточно теплая, нагрев идет быстрый, ощутимо теплая, да? А у нас здесь LED, красное излучение и вибрация тоже. Во всех режимах вибрация. Такое я люблю, вот этого не хватало в предыдущем аппарате. А что мы по факту? Рекомендуется использовать вместе с косметическими средствами, то есть после нанесения, можно и на масочку тоже, а можно после нанесения уходовых средств своих. И повышается тонус кожи, разглаживаются мелкие мимические морщинки, и в результате мы с вами потрясающе выглядим. Следующий режим у нас с вами – это расслабляющий или успокаивающий вибромассаж. Что у нас здесь с вами? Здесь у нас одновременное воздействие вибромассажа,
Слышите вибрацию? Прогрев и синий свет. То есть прогрев параллельно с синим светом. Это вообще очень круто. Это успокаивает кожу и уменьшает наши поры. В результате кожа без раздражений и покраснений. Этот режим очень понравится проблемной коже. У кого сосудики близко расположены. Да? А у кого кожа достаточно чувствительная. И так далее. И еще один режим, он у нас с вами обозначен кнопочкой L, переходим на него. Это режим подтяжки. Это очень хорошая вибрация, параллельно с теплом. Вибрация такая достаточно сильная, насыщенная и микротоки. За счет чего у нас с вами как раз-таки и осуществляется подтяжка и работа с лицом именно на уровне мышц. Ну и, конечно, на каждом режиме у нас есть три уровня мощности, чтобы нам было комфортно, чтобы нашей коже было комфортно во время выполнения процедур. Уровень мощности переключается кнопкой включения коротким нажатием. Смотрите, здесь загорается сразу несколько кнопочек. Я включила самый мощный. Вот он у нас. Режим LED-терапии. Если мы включим сейчас, допустим, вибромассаж на самый сильный уровень мощности, да, нажимаем один раз, у нас горят сами две лампочки. Нажимаем два раза, горят четыре. Нажимаем три раза, горят подсвечены все шесть букв. Но это не значит, что мы с вами все шесть режимов сразу применяем. Это значит, что мы перешли в режиме тонизирующий вибромассаж на последний, третий уровень мощности. И здесь он действительно будет ощутимым. Ну и теперь поговорим с вами о плюсах и минусах этого аппарата. Ну, во-первых, самая приятная цена из всех аппаратов, которые мы с вами сегодня рассматривали. 6 режимов. И это не просто так, вот один вибрация, второй то, третий то. Это комби-режимы, и это очень здорово. Я такое, например, люблю, обожаю больше всего. Когда за одну процедуру можно сделать сразу несколько интересных воздействий, омолаживающих на нашу кожу, это стоит дорогого на самом деле. 6 процедур очищения. Питание, увлажнение, лифтинг, LED-терапия, тонизирующий вибромассаж, успокаивающий вибромассаж. То есть богатый функционал. 3 уровня мощности. Считаю, этого вполне достаточно для того, чтобы подобрать себе свой комфортный. Звуковой индикатор для смены воздействия есть у нас с вами. И цветовой индикатор у нас тоже с вами есть. Он очень легкий, очень прост и удобен в использовании. То есть вот для новичка и для профи аппарат подойдет. Все просто. Видите, вот я думаю, вы заметили, что здесь заморочек абсолютно никаких нет. Комплектация богатая, аппарат сертифицирован, гарантия 1 год. Очень удобно и просто использовать. Красивый, лаконичный на подарочек, просто шикарный. Но, конечно, в этом аппарате для меня самое идеальное соотношение функционала и стоимости. Ну и подводя итог нашего сегодня с вами обзора, хочу вам сказать, что выбор аппарата – это достаточно ответственное мероприятие. Нужно подходить к этому серьезно, потому что все-таки мы работаем с нашим лицом, и процедуры должны быть максимально комфортными, максимально эффективными. Мы покупаем с вами все-таки бьюти-гаджет, косметологический аппарат. Мы должны видеть эффект, согласны? Конечно же, обращаем внимание на цену. Не забываем, что у таких процедур, у всех процедур есть ряд противопоказаний, но это указано и в карточках товара. Это такие моменты, как беременность, период беременности, различные раны наружные, да, на лице и так далее. Но, в общем, об этом, обо всем вы можете прочитать в аннотации каждому аппарату. Конечно же, мы обращаем с вами внимание на удобство использования, на простоту использования. То есть для нас должно быть просто и понятно, как выполнить ту или иную косметологическую процедуру. Здесь именно идет не простота аппарата и его режимов, а именно простота использования. То есть на ежедневной основе мы с вами должны прекрасно понимать, что мы хотим сделать, для чего нам это нужно сделать и так далее. Вот на это тоже обязательно обращайте внимание. А так, ссылочки на все три аппарата я, конечно же, оставляю вам под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Задавайте свои вопросы в комментариях. Очень рада буду на них ответить и почитать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.